Да, что, я тебя нарисовал. Самые-самые красивые девчонки сегодня здесь, вот на этой импровизированной танцевальной площадке. Вот кто бы знал, да, весь город бы собрался. Просто не знали, что будут такие звезды сегодня здесь. Ну что, все готовы? Линейные танцы. Танцы возраста счастья, как называет их Владимир Филиппович. И им аплодисменты заранее. Опа! И поехали. Я... Еще мастер-класс вместе проведем, так что день еще длинный, до утра далеко.